Привет всем. Дошка Либер, вот что у меня сейчас в ремонте. Разбита мода, крылья, бампер, капот, как ни странно, целый. Его даже красить не будем. Также побито правое заднее крыло и дверь. Но дверь считать не будем, тут только чуть-чуть, а вот крыло довольно-таки сильно. Разбираем. Что мы видим после разборки? А после разборки мы видим, что лонжероны согнуты влево, довольно-таки немало, но согнуты настолько, что согнута также подушка двигателя, как видим. Ну, будем это все ремонтировать. Для начала вытягиваю лонжерон вместе с балкой бампера. Естественно, насколько это возможно. Теперь здесь придется упереть домкратом вместе залома. Тут толкаем и тянем. Давим и тянем. Вот этот залом нам нужно выправить. Естественно, он просто так не сдастся. Поэтому вырезаем окно для удобного подхода. Будем упирать домкратом в залом и тянуть. Ну вот, уперли домкратом, причем подушка домкрата должна идти ровно с кантиком. Натягиваем лонжерон и ударим домкратом. Залом постепенно выходит. Сейчас сверху чуть-чуть поддавим. Ну вот. Заломы вышли. Лонжерон чуть треснул. Это мы заварим. Так как чуть-чуть перетянул. Тяну обратно, чтобы вварить вырезанный кусок металла. Вариваем. Вот, он вареный, подшпаклю, подкрасим, будет нормально. Поперечина тоже вбита в двигатель. Ее придется оттянуть. Понемногу тянем и ставим ее на место. Вот лонжерон, как видим, подкрасил. Сразу не отходя от кассы, как пока удобно. Примеряем остальные элементы. Прикручиваем. Ну и мода как бы готова. Все повесили. Крылья, фары, бампер. Составляет, переходим к заднему крылу. Для начала вытягиваю арку. Ну, а затем карман крыла. Придаем крылу приблизительную форму. Отступим молоточком где надо, деревяшечкой где надо, чтобы не промять металл. В основном это внутренние кантики. Вот. Чистим и рисуем комки. При помощи споттера все это дело вытягиваем. Опять подстукиваем, тянем, стучим, тянем, стукаем. И так всю жизнь. Простукиваем внутренние кантики, чтобы бампер влез. И убираем лишние гербы. Подравниваю арку.
Все это делается приблизительно. Затем более детально будет сделано с плоттером. И что-то дотянуто, подбито после примерки бампера. Управляю карман. Работа не очень из веселых, особенно если металл растянут, то это ничего не получается. Но здесь мне повезло. Металл не очень растянут и хватает только подровнять это все дело. Подровняли. Будем работать со споттером. Заметьте, обратно молотком только вытягиваю. Никаких ударов, чтобы не наделать шишек. Хотя и после этих натяжек довольно-таки шишки получаются. Сами видите, как машина двигается. Потому что очень острые заломы. Вообще не представляю, как раньше работал без спутера. Незаменимая вещь. Подбиваю кантик крыла в надежде, что бампер подойдет. Штук, класс-класс, и металл понемногу садится. Но тут тоже надо споттером чуть-чуть выбить, так что при ударе нижняя часть имеет залом. Этот заломчик я и выбиваю. Также выбиваю сам кантик крыла под бампер. Ну вот, сейчас подогреваем кантик, садим шишечки. И сам кантик нужно чуть-чуть опустить. Не знаю, как мне удастся, нет. Но я попытаюсь. Потому что в этом месте был сильный заломчик. И металл стянулся. Ну вот, меряю бампер. Подбиваю внутренние понты, примеряю еще раз, смотрю, как оно все подходит. Бак тоже не идеальный, как видите, паянный, но под него и будем делать крыло. Посмотрел. Как видите, кантик выбить не очень-то удалось. Ничего лучше не придумал, как сваркой. Ну вот, подделался, сделал, зачистил, отдаю на покраску машину. Ну вот, машина покрашена. Как видим, выглядит замечательно. Крыло тоже на месте, все зазоры на месте.
Ну вот, вроде бы и все. Ну а я желаю всем удачи и до встречи.